Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня мы с вами будем готовить запеканку с орехами и изюмом. Нам понадобится творог, манка, сахар, сметана, сода, сливочное масло для смазывания формы, изюм и орехи. Заливаем изюм на 5 минут холодной водой и измельчаем орехи. Готовим тесто. Сначала взбиваем яйца хорошо. Потом по очереди добавляем все ингредиенты. С изюма сливаем воду, добавляем изюм в тесто и добавляем орехи. Часть орехов оставляем для посыпки запеканки. Хорошо перемешиваем. Тесто будем переливать в форму. У меня форма 24 сантиметра в диаметре. На дно формы я постелила пергамент и смазала сливочным маслом дно формы и бока. На дно формы я еще немножечко посыплю манку. Она дает красивую поджаристую корочку. И бока формы тоже можно присыпать манкой. Наливаем тесто в форму. Посыпаем оставшимися орешками. И ставим запекать в духовку на 180 градусов до готовности минут на 35-40. Друзья, запеканка готова, орешки поджарились, получилось очень красиво. Такая запеканка очень хорошо подходит на завтрак и на десерт. Спасибо, что смотрели нас. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, не пропускайте новых рецептов. Прошу к столу и приятного вам аппетита!